Я... Итак, начинается поединок у нас. Я думаю, что Йонас не будет особо долго пытаться конкурировать с Артемом в стойке. Я думаю, это будет попытка перевода. На... Хотя, может быть, я ошибаюсь. 8 сантиметров. Нет, на 7 сантиметров выше Йонас Бернштейн. Поможет ли ему преимущество в рычагах, преимущество в росте, посмотрим. Нет, я ошибаюсь, ну, судя по тому, что я вижу. Очень уверенно Йонас чувствует себя в стойке. Пропускает сейчас, да, правый кросс. Шикарное попадание с правой руки от Артема. Не достает хай-кика, и тут же попытался на руках отработать Бернштейн. Да, достаточно опасный левый боковой у Бернштейна. Он уже доходил до цели и постоянно на отходе пытается он встречать им. Вот опять этот левый боковой. Двойка на руках и акцент на лоу-кик был в предыдущем эпизоде у Бернштейна. Очень хорошо работает Бернштейн. В стойке опять пропускает, очень тяжелое попадание. И еще добавляет Артем. Хорошее попадание по корпусу. Здесь мидл-кик, но были на месте руки у Артема Фролова. Чуть поджимает Артем, но не жмется к клетке Бернштейн. Так, по кругу, в принципе, двигается из стороны в сторону. Регулярно пробивает фронт-кик, и лоу-киками обмениваются парни. И пока не предпринимает попыток перевести ситуацию в партер Бернштейн. Да, ни с одной стороны ни Артем, ни Йонас Бернштейн не пытаются перевести друг друга в партер. То есть идет такой жесткий размен в стойке. Левый боковой в корпус там в предыдущем эпизоде прошел у Бернштейна. Попадает он сейчас справа. Очень неплохое попадание от Бернштейна. Левой ногой мидл-кик. Здесь, правда, не достал лоу-киком. Хорошо попадает сейчас слева Фролов. Немножко дернул голову Бернштейна. Да, постоянно держит дистанцию. Заметьте, постоянно этим фронт-киком Бернштейн держит дистанцию. Он чуть повыше, чем Артем. И пользуется длиной рычагов. И такой акцент вот на левый боковой этот. И лоу-кик по внешней стороне. У Артема уже мы видим красное бедро. Ведут по времени Фролова. Сейчас так зацепили друг друга боковыми. Да, очень жесткие размены у ребят. И опять этот фронт-кик. Первым номером решил поработать. Да, уже чуть поджимает, только хотел сказать, начинает поджимать Бернштейн. Ну вот перешел в контрнаступление Фролов, но без ударов. Без ударов. Забыли про партер, похоже, оба. Да, но достаточно равный размен в стойке. Очень сложно для судей оценивать такой раунд. Может быть, вот минута осталась, кто-то попытается... Спуртануть, попытаться забрать да, концовку. Чтобы сделать перевод и забрать раунд. Очень хороший фронт-кик с дальней ноги от Бернштейна. Постоянно он его использует. И раз за разом у него получается выдержать дистанцию. И левый прямой сейчас прошел у Бернштейна, кстати говоря. Пошел вперед Фролов. Каждый удар, каждый выброшенный удар с обоих сторон. О чем я говорил, да, попытка прохода от Бернштейна, но, поверьте мне, Артему очень сложно перевести, как бы я это знаю не понаслышке. Очень близкий первый раунд. Каждый удар не остается безнаказанным, то есть если кто-то выбрасывает, тут же соперник выбрасывает удар в ответ. Даже не знаю, кто был в этом раунде лучше.
Так, колено в голову. Разгрет Фролова. До этого цапнул боковым его Бильштайн. Мидл кик от Бильштайна. Очень сложный первый раунд для судей. Очень близкий. Учитывая, не знаю, кто был точнее. Учитывая, что раундов 10-10 быть не должно. Прекрасно чувствует себя Тёма функционально. Он не присел даже между раундами. Нам показывают Вискарди Андраде. Тоже хорошее настроение у этого бразильца. Участник главного события сегодняшнего вечера. Ну и сейчас приезд Александра Шлеменко. А вот и Александр. Тейпирует руки Александру Шлеменко. Ну что ж, очередной бразилец его ждет очень скоро в клетке. Очень хорошо парни готовы функционально, потому что до окончания времени вскочил и Бильштайн, Артем вообще не присел. Очень заряжены. Да, конечно, это совсем другой Бильштайн, нежели тот, который приезжал драться с Александром. Тот Бильштайн делал ставку на борьбу, первый раунд мы все прекрасно помним. И у него получалась его борьба, это говорит о его универсальности, о его высоком... Все! Да, пожалуйста! Прекрасный один нокаут. Удар и все! Прекрасный нокаут в исполнении Фролова. Шикарная победа. Причем вроде бы не предвещало, да? Очень рад. Тёма, это отличная победа над очень сильным оппонентом. Я от всей души его поздравляю. И это очень нужная победа в карьерном плане для Артёма. И в психологическом плане тоже. Конечно, он закрывает поражение от силы. И наверняка, я думаю, сейчас на Бруно Силу уже очередь выстраивается потихонечку из российских бойцов. Наши поздравления Артему Фролову. Очень яркая победа, очень эффектная. Ну и встал наконец-то Йонас Бильштайн благодарить соперника. Йонас Бильштайн достоин всяческого уважения. Ну вот, не повезло в какой-то степени. Но пришел в себя, улыбается уже. Ждем официального объявления победителя, друзья. Секунде второго раунда победу нокаутом одержал Артем Фролов.